Як зараз, яка там зараз ситуація? Що відбувається в Азовсталі? Ми маємо можливість розпитати генерального директора підприємства Азовсталь. Це Енверт Скіташвілі, який зараз на прямому зв'язку з нами. Добрий день. Вітаю. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Пане Енвере, скажіть, будь ласка, звичайно, ми хочемо знати про міцність Азовсталі, цієї будівлі, і про те, скільки там ще зможуть залишатися люди. Якщо оцінити, якщо це можливо, звичайно, те, що ви знаєте на цю хвилину, що можете повідомити? На комбінаті Азовсталь, звісно, є бомбоубежище, которые предназначены для эвакуации и защиты сотрудников комбината или людей, которые проживают рядом. Когда военные действия, перед началом военных действий, которые у нас уже в прессе везде объявлялось, о том, что вот-вот собираются войска, все остальное, посольства начали эвакуироваться, мы приступили к тому, чтобы свозить в наше бомбоубежище воду, продукты, индивидуальные супайки, значит, имея горький опыт 2014 года, когда город Мариуполь впервые попал под прямой обстрел, и люди прятались и жили в бомбоубежищах и у нас, и на комбинате Ильича, и в городе в бомбоубежище. Поэтому мы не подозревали и не понимали того, какой будет эта война и какие будут колоссальные разрушения. Но мы понимали, что мы можем принять людей не только с комбината Азовсталь, но и из города. У нас 36 бомбоубежищ на 12 тысяч 6 человек. Поэтому мы сделали объявление и сказали, что в случае начала боевых действий всех людей, кто придет, всех без исключения мы будем принимать. До сегодняшнего момента сейчас находится на комбинате Азовсталь цивильных от 150 до 200 человек. Точные цифры, к сожалению, вам никто этого не назовет, потому что связь крайне редкая бывает и в основном это те люди, которые выходят каким-то образом, либо самостоятельно, либо вот как это было в гум-конвое, когда чудо свершилось и людей удалось спасти, и особенно детей вывести. Но сейчас из этих людей больше 10 человек – это дети, находятся на комбинате Азовсталь. Естественно, там находится батальон Азов, который удерживает территорию комбината Азовсталь и до сегодняшнего дня удерживает город Мариуполь под властью Украины, и Мариуполь – это Украина. Мы все ждем очередных гуманитарных конвоев, зеленых коридоров. Вы об этом что-то знаете? Да. Мы как компания Мединвест и все прилагаем усилия к тому. У нас есть добровольцы, которые участвуют в этих конвоях, водители, которые согласились ехать под эгидой Красного Креста. Я очень благодарен, что президент страны занял очень такую проактивную позицию в этом отношении. Это его заслуга и большая заслуга мировых лидеров, которые сумели убедить вывести хотя бы часть людей. Потому что из тех, которых вывели, было около 20 человек детей, самому младшему из которых было 4 с небольшим месяца. И из них 2 месяца ребенок провел в подвалах, в бомбоубежище. Поэтому, ну, можете себе представить, именно для этих детей было 5 человек или 6 человек, точно сейчас не могу на память сказать, вот, которые были грудные дети. Батальон «Азов» ночью выходил в город. Он по разбитым аптекам собирал памперсы, лекарства не только для своих раненых. Вот это показано сейчас место, когда они выходят из бомбоубежища кислородно-конвертерного цеха. Це ось евакуація, яка відбувалася нещодавно, ті люди, які змогли доїхати до Запоріжжя, так? Да. Угу. Потому что людей, которые последние выходят на связь, российские войска не дают двигаться в сторону Украины. Их практически всех силой садят в автобусы и везут в Россию. И вернее, не в Россию, а в лагеря фильтрации. Мы долго не могли понять, для чего созданы подобные лагеря. Видно же, вот как эта женщина или этот мужчина, он не военный, явно не военный. Она точно не военная. И не держала в руках автомат. Оказывается, как говорят мои коллеги, вот этот автобус едет мимо конвертерного цеха сейчас. Мои коллеги говорят о том, что их всех допрашивают и спрашивают о коммуникациях, о расположении мест бомбоубежищ. Как только человек говорит, что он работал на Азовстале, моментально с ним начинают заниматься офицеры ФСБ.
А що саме вони намагаються з'ясувати? От, наприклад, ми розуміємо, що інформація про те, про це вже пройшла, бої точаться безпосередньо на Азовсталі. Це так? Ви знаєте, я би не склонен був так на це вірити в це. Я знаю стойкость, храбрість, мужество, вміння воювати батальйон Азов. Батальйон Азов творить чудеса. На території Азовсталі вони дуже багато раз пытались пройти, але у них це не вийшло. До тех пор, пока это не подтвердит сам батальон Азов, я предлагаю в это не верить. Я люблю очень историю и хочу вам сказать, что такого уровня боев, которые выдерживает батальон Азов, с такой концентрацией артиллерийской подготовки, авіаційних ударів, мінометних ударів не було за всю історію Второї мірової війни. І витримує будівля Азовсталі також, ми це все бачимо. І, звичайно, віримо і в міць всіх людей, які перебувають зараз там. Пане Енвере, спасибі вам величезне. Дякую. Ми сподіваємося, дякую, звичайно, на краще і на перемогу України і на врятування Маріуполя, зокрема. Енвер Цкітішвілі, генеральний директор Азовсталі, був з нами на зв'язку. Рухаємося далі.